Пальчики оближешь. Народ, здорово. Ну, шашлындос на улях. Чего горяченькие? С брусничным соусом, с кукурузным хлебом. Всем приятного аппетита. Огурчики свежие, тепличные. Мясо белого медведя. Очень вкусно. Он прям такой с дымком. Мясо приготовлено на углях. Это лучшее мясо. Самый лучший овощ — это кусок мяса, приготовленного на углях. Дошло. Здесь измазался. Я еще уксусом спрыснул. Вообще кайф. Он прям тает. Мясо, шейная часть, очень сочная, с прослойками жира. Без жира мясо не будет сочным. Ну и когда много жира, тоже не по кайфу. Прям вкус и аромат углей. Помню, когда-то в кафешку, блин,
как не зайдешь шашлык. Там половина кости, блин, половина жир. Мясо совсем чуть-чуть так для понта. Дурят людей. Или мясо какое-нибудь старое, и жуешь его полчаса. Она хорошая, мягкая. Ваше здоровье. Тужурка, заметили какая? По лесу буду лазить, выживать. Как потеплеет. Хочу поехать куда-нибудь в лес. Что-нибудь приготовить на огне. Может быть шашлычок также. На лоне природы, так сказать. Ну тут прям жир. Вот жир. Не люблю жир. Вот кусочек мяса. Тоже жир. Вкусно. Just a moment, please. Кайф. Вот. Если я кого-то на стриме по синей дыне обидел, ну уж извините. Вот. Я не отмазываюсь, ничего. Пьяный дурак, а чё? Когда трезвый, вроде адекватный, а когда бухой, вообще этот. Дурак дураком, так что не серчайте на мне. Ну там, как хотите, можете обижаться, можете не обижаться. Я извинился, признал ошибки. Вот. Девушки, которые приходят на мой канал не покушать, а в поисках жениха. Ну, я не знаю, что-то как-то все. Вы подписываетесь, потом что-то как-то, что-то вдруг не понравилось, я не так сказал или не так ответил, или что-то там, и все. И обратно отписываются, и еще и всякие гадости мне вслед. Я не знаю, я ж сюда канал создал, не, вот блин, название канала, ем, точу, ем, хаваю. Там же не написано, что ищу жену, или бабу ищу, или там девушку. Я не знаю, что у вас так это самое. Может кому-то я понравился, хотя кому может понравиться такой вот дурак, жирный, страшный, некрасивый. Зато душа добрая, иногда. Ладно, не обижайтесь на меня. Все будет хорошо. Всех обнял. До новых встреч.